Сегодня Селеновгородская разнесли очередной опорник. Видео в Телеграме. Группировкой О отважные охватываем Лисичанск, получается, западного направления. Следов боев становится все больше. Не знаю, как называется эта ферма, но здесь в одном месте, видимо, от одного снаряда, 3 уничтоженных украинских БМП. Они практически новенькие. Ну, только на пользу идет нашим вооруженным силам такие находки, трофеи. То есть способствуют. Взяли у украинцев, сейчас используете? Ну да, конечно. То есть, в принципе, судя по техническому состоянию данного автомобиля, гораздо приятнее. В составе танкового батальона 8-стрелковой роты. Честь и хвала нашим саперам. Быстро пробили дорогу, не побоялись. Соответственно, зашли, зачистили, закрепились. Продержались до ночи, до сих пор стоим, верим, надеемся, что победа будет за нами. А чем вообще так Волчьяровка была важна для украинской армии? Почему они за нее цеплялись? Цеплялись, потому что пути отхода с Лисичанска, как они говорили, что якобы Лисичанск хотят превратить во второй Мариуполь, но сейчас понимают, видимо, всю безвыходность ситуации и пытаются уйти обратно на юг. А противника много? Да, да, противника много, противник обученный, противник подготовленный. Но очень много сейчас у них пошло резервистов, свыше 50 лет. Обстановка здесь неспокойная, обстреливается населенный пункт артиллерией. Вот от этого страдают жилые дома. От одного прилета сразу несколько сгорело. И вот местные жители не пострадали. Здравствуйте. Здравствуйте, не пострадали? Здравствуйте. Да мы страдаем уже 8 год. Вот. Дело в том, что тут... Пока не пострадали. Да. Мы лично не пострадали. А и там никого не было? Не было. То первый удар они был. Уехали, первый удар был. Потом второй удар, вот, и вот это загорелось, теперь это все горит, тушить нечем. Отошли немного в тыл, здесь просто поспокойней. Что могу сказать по итогу? Значит, группировка «Отважные» уверенно продвигается вперед, берет село за селом. Сейчас уже Лисичанск, можно сказать, окружен с трех сторон. До этого в этот город вело 4 дороги. Сейчас уже 2 из них под контролем российской армии. Если так пойдет и дальше, то через 2, максимум 3 дня все те войска, которые остались уже в так называемом Лисичанском котле, будут полностью окружены. И их ожидает судьба тех, кто остался в Мариуполе.